я хочу, чтобы завтра вы в понедельник вышли на работу и вы показали ту агрессию, которая нам всегда была схода. Я считаю, что ну, мы очень достойные как компания, и не может компания стать на человека. Я как бы ВТБ предоставила шанс, благодарю их за то, что они помогли в этой сделке. Ребятам из Краснодара возглавить компанию. Хочу, чтобы им всем помогли. Но самое важное, мы должны двигаться дальше. Никто не умер, жизнь продолжается. Просто я уже взрослый человек, такую психологическую нагрузку нести очень тяжело. Ну, изо дня в день, наверное, я должен уйти и должны прийти более амбициозные, более молодые. Поэтому спасибо.